Всем привет, ну я Крипер Плейпро, и сегодня я буду продолжать выживать. И как в прошлом серии я хотел найти деревню, я все-таки нашел. И буду теперь выживать вместе с жителями, так намного веселее. И блин, я реально умер и появился очень-очень-очень-очень далеко от этого места. Я не знаю, я уже хотел найти себе новое жилище и какое-нибудь новое место и построить там новый дом. Но я просто бежал и резко подумал, знакомые места, локация акации. Рядом с пустыней. Побежал и нашел это. И в этой серии я бы хотел вам показать, что я буду показать. Что там я хотел показать? Ну, во-первых, я хотел вам показать деревню. Вот это я хотел показать. А во-вторых, то, что у меня есть вещи для строительства нового скайблока, то есть высокого острова. Посмотрите, это будет мотыга. Я туда поставлю, даже чтобы было красиво, две золотые руды, которые я добыл сам. И вот эти ботинки, мне полная броня выпала. Утопленник был про полной броне. И мне непокосанная полная броня из него выпала. Только находите прикол. Я бегу, и ура, мои вещи! Бегу, а они прям перед моими глазами исчезли, задиспаунились. Это было просто очень грустно. Но ладно, давайте сейчас займемся строительством скайблока. Только перед этим нам надо чего-нибудь поесть. А я уже знаю, где я добуду еду. И потом сегодня будем строить скайблок настоящий. Так что все, побежали быстрее, добываем стаги сена. Я уже себе присвоил не один небольшой домик. Я вам его сейчас покажу, мне он понравился. Присвоил себе один небольшой домик уже в деревне. Думаю, в деревне надо бы поселиться, потому что деревня — это самое крутое поселиться, думаю. И сегодня я должен проверить, если я прокопаюсь под колодцем в этой деревне, будет ли там эндер-портал. Один раз я прокопался, это было очень жестко. Я у ютуберов некоторых узнал, что если под одним колодцем каменным в деревне прокопаться, то тогда там будет эндер-портал. Я прокопался, и он реально там был. И поэтому мне очень хочется еще сейчас проверить. Вдруг там будет портал, мы сможем Майнкрафт пройти, если найдем мука эндера. Так, теперь вот так, и ой... И побольше хлеба скрафтим. Я думаю, сейчас мы это проверим. Правда ли это было? Надо, во-первых, покушать и отрегенить жизни. Так, и давайте... О, так у меня же супер броня есть. Посмотрите, какая крутая. Это я ее нашел в этой... Как его? В прошлом видео я ее в разрушенном портале нашел. Очень крутые чары. Смотрите, защита снарядов 2 или что-то. Странник глубин 3, это очень крутой чар. Представляете, 3. Неразрушимость 3 и взрывоустойчивость 3. Все на 3, а 3 это один из самых крутых чаров в Майнкрафте. Так что, ну прекрасно, теперь меня никто не сможет уничтожить. Практически. Так, ботинки у меня крутые. Итак, так, ну думаю, о, голем, привет. Он защитник, так что давайте сейчас попробуем прокопаться. О, если она там будет, реально, я буду рад. Так, все, пой. Окей, будем копать вот это какой. Так, у меня же это, проблемы какие-то произошли. Мне же надо эту верстак, получается, скрафтить. Мне нужно новую кирку везде делать себе. Вот так, чик. О, кожаные ботинки же. Когда шел, я голодал, так что все, скрафчу себе кожаные ботинки на всякий случай. Вдруг мне нужна будет броня. Так что все, погнали дальше копать. Ой, как же я надеюсь на эндер-портал. Вот сейчас будет кирпич каменный. Если он будет, нужно, кстати, глубоко копать. Он очень глубоко находится. Я вам говорю, так что... О, уже какая-то земля. Земля, это же, кажется, там где-то в библиотеке или где... О, вот тут. Так, железо. Уху-ху. Так, тут же железо куча. Давайте быстренько заберем его. Так, отлично, фартануло. И сколько у меня? 6 железа. Прекрасно. Мне надо еще из этого нагрудник. Получается, скрафчу себе меч, если буду для того, чтобы драться. И у меня же уже есть эта кирка, у меня же железная есть. Так что мне осталось крафтить меч. Ну, еще что-нибудь. Ну все, мне это надоело. Нету тут, короче, никакого портала. Это был полностью обман. Так что все, погнали дальше. Ну нет, как-то обман. Конечно, это работало, но я понял, в чем прикол. Иногда там такие стены из такого булыжника, который какой-то наполовину зеленый. А в какой-то деревне я видел колодец, который был булыжник наполовину зеленый. Там я прокопал и нашел эндер-крепость, и там нашел эндер-портал. Так что все понятно. Это на самом деле работает, но...
не так, короче, работает, скажем так. Короче, вот так. Раз, два, три. Ой, да сколько же мне еще копаться? Раз, два. Ну, беспредельщики какие-то. Так. Ну, да в смысле? Все, мне уже надоело это. Раз, два, все, прокопаюсь. Не, короче, этого колодца ничего нету, так что все. Погнали себе что-нибудь крафтить. А крафтить мы будем... Так, что же мы будем крафтить? Мы будем крафтить себе крутые вещи. Ай, больно. Больно в ноге. Мы будем крафтить себе крутые вещи какие-нибудь. Давайте, этим мы сейчас и займемся. Только, во-первых, надо переплавить все железо. Так, отлично все. Только, во-первых... мы же хотели заняться строительством скайблока. О, я совсем про это забыл. Так, все, погнали, надо строить скайблок. Что же еще нам делать с вами, если нужно строить скайблок сделать? Так что все, погнали быстрее, не будем тянуть долго, потому что мне уже хочется скайблок сделать. Это будет мой дом. А прямо на этом скайблоке будет стоять небольшой домик. Это, конечно, я не нуб, чтобы строить нубские земляные дома. Но это будет, типа, не нубский дом, потому что я буду там... Это же будет скайблок, типа, в скайблоке всегда строят маленькие дома. Из-за того, что, ну, может, и большие иногда расширяют, но у меня будет такой маленький. Ну, так что все будет нормально. Но уже начинает темнеть, мне кажется. Ну и ладно, пусть темнеет, что нам-то. Так, все, погнали быстрее. Что-то я потерялся, понимаете? Вот, все, нашел. То место, где поставил мой верстак, все. Ой, сундук я поставил, заговорился опять. А там же, я помню, 40 железа где-то добыл, целый стак почти. И тут, я же его выронил, он все деспаунился. Очень-очень обидно прямо вообще, но... Это с этим так же, как я уже сказал, ничего не поделаешь. Так что все, погнали быстренько возьмем вот это все. Вот эти вещи, еще мотыгу. Эту еще осветим территорию. И вот это, а вот это вместо чего? Вместо железа. Так что все, погнали строиться. Это строится вверх. Вот тут будет, вот где-то тут этот скайблок. Так, давайте поближе к моему домику, который я в деревне взял себе, чтобы там жить. Так что все, давайте поближе к нему построим. Тут типа, но перед этим надо, конечно же, поспать, потому что, ну как же не поспать? Спать надо везде. И так что все, смотрите, я сейчас добегаю до моего домика, который я потерял, так сказать. Слушай, ну не кошмар, ну это просто ужас. Так, где же мой дом? Где мой дом? Скажите мне, пожалуйста, где мой дом? Короче, в попе мой дом. Нигде. Блин. Я уже хочу строить скайблок, понимаете меня? Так что, где мой дом? Блин. Я же в каком-то отеле поселился. Или что это там? Две квартиры было. Я же в каком-то это поселился в этой месте таком. Что прямо я нашел, наконец-то. Все за... А я не понял юмора. Что тут происходит? Это мой дом вообще-то, давай. Все, вставай, и я буду спать. Как это рядом бродит монстр? Ну, какие монстры? Так, ну монстры. Так, сейчас я этим монстрам дам. Вы что, офигели, что ли? Вы не прифигели совсем, что ли? Сейчас я им наваляю. На, получай, зомбяк дурацкий. Ой, ну слава богу, все, заходим обратно. Да это мой дом, я его... Ой, извини, пожалуйста, извини. Блин, я случайно его ударил. Ну, блин, это мой дом, кошмар какой-то. Так, ну, теперь на меня голем будет злой, кажется. Пожалуйста, прости, житель. Сейчас, подождите, я знаю, как он меня простит. Сейчас я ему хлеба немного выкину. Так, сейчас вот это я сюда. Я ему немножечко хлеба выкину, да. Житель, прости, пожалуйста. Нет, голем, не злись на меня. Я сейчас жителю хлеба выкину за то, чтобы, типа, знак прощения. Блин, мне самому надо вначале поесть. Ну, житель, иди сюда, не убегай. Мне уже надо скайблок строить, понимаешь? Так, давай, привет, житель, пожалуйста, и давай, вот я тебе хлеба скинул. Ой, да что ты такой глупый, житель? На, держи хлеб. Он меня задолбал уже, стой на месте. Стой на месте, я сказал. Так, вот тебе хлеба, держи. Все, взял. Все, не обижается больше на меня. Ну, так что все, что я тяну со своими жителями? Которые вообще какие-то странные. Ну так что все, погнали строить скайблок около моего дома, потому что я там живу в моем доме все же.
Как-никак это мой дом жилой, поэтому я должен рядом с ним где-то построить. Построю я прямо этот остров. Вот тут начну строиться. Отлично. Прекрасное место. Так что все. Давайте осталось. О, 10 минут уже длится ролик. Давайте, когда будет ролик длиться, это 15 минут. Потому что мне же надо скайблок строить. Я не хочу слишком долгий ролик. Получился, чтобы что-то мы слишком затянулись. Да житель в этом виноват, дурацкий житель. Так, ну ладно, шучу. Давайте сейчас доберемся повыше и теперь начнем строить нашу базу. Смотрите. Это будет такой скайблок. Начинаем с этого. Дальше все идет, будет намного так идти больше. То есть, смотрите, надо сделать вот так. И потом будет все. Вначале нужно большую платформу. Наоборот, маленькую платформу. Она должна будет вот так идти. Как-то я не знаю, как это вам показать. Вот так. Да-да-да-да-да, все так. Все правильно сделал. Так что вот так теперь она должна будет идти. Так, ну, короче, должен быть такой слой камня, типа, как в реальном мире Майнкрафта. Как реальность тут. И, короче, тут надо теперь... Давайте еще один слой камня сделаем. Пожалуй, это не помешает, чтобы было прям красиво все. И начнем строить слой, короче, земли. Потом еще золото для декора добавим. Это будет вообще, это будет классно, если я еще золото для декора. Типа, как реальная руда. Типа, как шахта такая. Давайте шахту сделаем, и там будет... Это, ну вот это будет классно. Так что все, давайте сейчас будем два слоя земли. Раз, два, три, четыре. Так, у нас же тут еще было 15 камня. Так, давайте посмотрим вообще, как это смотрится все. О, неплохо, неплохо, я считаю. Ой-ой-ой, чуть не упал. Так, ну давайте один слой земли построим. Дальше, а, вот мое деревце. Дерево будет расти вот здесь, чтобы было прям все красиво. Дальше, смотрите, у меня есть две пшеницы и вот такая вот каменная мотыга. Мы тут берем, спахиваем, и тут будет расти пшеница, типа как все в реальном мире. Дальше сюда мы поставим сундук. Подождите, и дальше мы еще должны... А, пустынный уголок сделать. Я хотела еще, кстати. Вот так, и тут будут кактусы расти. О, вот это классно получается. Мне кажется, еще не помешает вот тут. Вот такая кроватка, еще надо это, у Эндермена украсть блок, то есть забрать, который он украл. И чтобы это у меня росло, только подождите, мне надо затоптать эту курятку. Так, потому что мне тут сюда надо кровать поставить. О, отлично, неплохо, мне кажется, получается прям вообще суперский. Вот сюда мы поставим эту, и дальше, для красоты, чтобы это был прям реальный мир, мы ставим сюда водичку. О, офигеть, посмотрите, как получается. Сейчас дерево вырастет, я вам обещаю, будет все намного круче. Дальше теперь мы должны, чтобы не спаунились монстры, осветить эту территорию. Что мы, собственно говоря, и сделали. И теперь я дождусь, пока дерево вырастет, и буду продолжать. Но только перед этим мне надо еще поставить эту. Так, что и положить в сундук кое-что, чтобы не потерялось. Вот так. И сделать для красоты небольшую такую... Для декора сделать... Ту, руду, короче, поставить для декора. Вот тут будет руда и, пожалуй, вот тут. Опа-опа. Так, все. Посмотрите, какой красивый остров. Короче, сейчас я дождусь, когда все будет нормально. И уже продолжу. Но только перед этим... Прыгаем! Опа! О-о-о-о! Так, давайте еще немного точку с появления поставим. Блин, я хотел воду под себя поставить. Вот я вам реально говорю, посмотрите, тут у меня же было ведро воды. Так, ну посмотрите, давайте, во-первых, посмотрим, как это все смотрится вообще. Слишком сумасшедший, я обезбашен. Нет, посмотрите, как это классно смотрится. Летающий остров такой. Офигеть. Смотрите, очень круто смотрится, мне кажется. Смотрите, как красиво. Короче, смотрите, вообще офигенно. Только давайте подальше отойдем сейчас. Подожди, будем ждать, потом, когда дерево вырастет. Вот так, бежим, бежим, бежим сюда. И офигеть, как это круто смотрится. Я, когда уже дерево вырастет и все будет красиво, я продолжу. Короче, вот такой вот скайблок небольшой, вот такой вот летающий остров у меня и получился. Я его немного расширил, и посмотрите, как тут уютно теперь. Тут даже кактус растет, посмотрите, как красиво. Еще дерево вырастет, и будет вообще прекрасно просто. Даже есть огород и водичка, вообще все для полного счастья.
Короче, дальше, если мне понадобится проходить Майнкрафт, я вот запас себе вот такие неплохие прикольные вещи. И вот такой вот у меня получился скайблок. Короче, теперь я понял, что мне каким-то образом волшебным нужно спускаться вниз. И я сделал кое-что очень интересное. И что, я думаю, вам понравится. Так, какой нафиг вообще? Смотрите, тут я сделал лестницу. Короче, я сделал лестницу, которая будет вести вниз. Реально, она будет вниз вести. Так, чтобы, смотрите, вот она, где-то лестница тут была. Вот она. Так, вот тут надо теперь прокопаться немножечко. Так, ну, короче, это была упоротая смерть. Ну, давайте еще посмотрим на мой скайблок со стороны и будем уже прощаться, я думаю. Мы сегодня неплохо с вами поиграли, и это уже вторая часть выживания. Посмотрите, как он круто смотрится. Эх, ну ладно, на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был я, Крис Плей Про, и всем пока-пока.